Народ, привет! Продолжаем рубрику мини-распаковочки. И сегодня у нас еще небольшая партия посылок. Сейчас узнаем, что в них. Ух ты ж! Это амортизаторы. Капец, что-то, по-моему, заправленные, что-то капец какие здоровые. Этот пустой, алюминиевые. Ну, такое усилие, я даже не знаю, какой вес нужен, я еле сжимаю их. Эти амортизаторы больше штатных ремахобевских. 107 миллиметров. Ну, походу по центрам 100 миллиметров они. 100 миллиметров по центрам. У ремахобе 90. Так что вот такие вот амортизаторы. По ценнику, правда, я вам не скажу сейчас точно, потому что брал по акции, но мне кажется, что они в районе, наверное, рублей 300, наверное. Ну, 150 рублей штучка, наверное, 150 или 120. Ну, конечно, они очень здоровые. Так, ладно, смотрим следующую посылочку. В принципе, они мне... Возможно, такие нужны, такие здоровые. Потому что это... Их должно быть вообще 6 штук. И они для гелика. На гелике будут 130-е колеса. И ему нужны большие амортизаторы. Но вот по поводу масла я не знаю. Мне кажется, я буду его оттуда просто убирать. Оно мне там не нужно. Вес небольшой у него. И иначе она... ходить так не будет. Так, еще одна посылочка. Как и обещал, посылки теперь будут чаще. Так, это у нас серо-машинка. Серую машинку на Пандау взял за 201 рубль. Наклейка не пойми какая. Читаем. Tower Pro MG996. Сколько она по мощности, не знаю. Весит, в принципе, мощно. Тут металлическое все. 201 рубль, ребят. Даже если она не герметичная, разберем, сделаем. Но смазкование есть. Кому нужны ссылки, пишите, все скину. Единственное, что на Пандау система такая, что очень много товара по акции, его распродают, и его уже больше нету в наличии. Написано быстрое. Так. Это хорошо. Запас нужен всегда. Просто решил попробовать посмотреть. 200 рублей. Это та же налишки из пластмассовые все будут. И то дороже стоит, мне кажется. Но хотя, конечно, надо искать. Я нашел вот эту дешевую. И еще одна у меня очень интересная посылка. Кстати, не сказал про доставку. Раньше с Пандау было, ну, не дождаться посылки очень долго. Вот.
Ну, раньше, может быть, и не раньше, может быть, и сейчас, но на некоторые товары. Вот, допустим, амортизаторы, в принципе, я думал, что уже за них деньги скоро вернут. Вот, но они пришли. Вот. Хотя пришли только два, заказывал их 6 или 8. А может быть, ну, 6, наверное, 6 или 8, не помню точно. Там какие-то были в подарок за баллы брал, вот, а какие-то покупал. Дело в чем? Вот сегодня, на сегодня ровно 2 месяца, как они идут. Но пришли только 2. Не, а там, по-моему, в 3 посылки должны быть разбиты, потому что покупал не за раз все. Вот. А серва пришла за 12. Эта посылка за 11 дней. Вот, очень быстро. И, кстати, момент такой. По отслеживанию пробивалось то, что она принята в Китае. И все, и дороги больше не было, и хлоп сегодня, то, что она пришла уже. Ни промежуточных ничего не было. Как, что, не знаю. Так, ну что, смотрим. Да. Это человечки. Мстители, все супергерои, Халк. Но, походу, обманули. Они должны были быть все 16 сантиметров в высоту. То бишь, 1 к 10, это 1,60 ростом. А они, по-моему, 12 сантиметров. Давайте посмотрим. В тачку их, походу, не посадить. Если только в ВПЛ-ку. Так, ну что, Бэтмен. Ну, они все двигаются. Бэтмен. Сколько ж ты у нас? Красавчик. Ну да. Грубо говоря. Чуть больше 10 сантиметров. Человеков много, тряпочные плащи, Тор с молотом сейчас, о, плащ у него тряпочный, башка шевелится, в какой руке у него была эта палка-то, о, о какой, страшон. Да. Ну ладно. Немножко лоханулся. Сейчас сравним. В принципе, вот тут он уже более-менее адекватный. Лазит там, придурок. На этом посылочки закончены. Ждем следующую подставку.